Ну что, ребята, всем привет. Ну что, немножко помечтали про Гавайи, а теперь релакс, ребята. Сон прошел, пришлось встать, как говорится, сновидение в сторону. Помечтали про Гавайи, теперь успокаиваемся и в реальную жизнь. Доброе утро, Орегон. Доброго дня. И доброго дня и суток вам. Вот все. О, реально уже. Это уже реальная погода. А то, что мы там видели Гавайи, там, что мы смотрели последние ролики, наблюдали за океаном, за волнами, за песочком, за солнышком. Все, забудьте, это просто был сон. Вы проснулись, ребята. Все, успокаиваемся. И возвращаемся в реальную жизнь северного человека с Орегона. Доброе утро всем вам. Поздравляю вас с новым днем, с новым рабочим трудовым днем. Короче, вот так вот. Это реальная жизнь. Все, забудьте про Гавайи. Все. Мы теперь едем картошку садить. Все, забудьте про папайи там. Про арбузы там, про там всякое такое, цитрусы, потом там бананчики, все. Сейчас будем что делать? Сажать чеснок и картошку. Все. Больше ничего здесь нету. Так что вот немножко так хотел вам показать ощущения, как чувствуется на Гавайях и как чувствуется человеку в Орегоне. Так что немножко я сравнение сделал. Так что вот. Это сегодня напоминаю. Напоминаю, сегодня конец июня. Это уже почти что, ну, как бы четверть лета прошла, да? И вот так, за бортом 54 Фаренгейта. Довольно прохладно. Температура не весенняя и не летняя, а зимняя у нас. Так что всех поздравляю с летом зимовым. Так что все нормально. Слава Богу, хорошо. Люди, кто в Африке жаждет воды, у нас избыток благословения. Так что они нам, наверное, завидуют, что у нас столько воды. А мы просто, наверное, уже в избытке воды. Ну так вот, ощущения Гавайев и Орегона. Так что смотрим ролики про Гавайи и смотрим ролики про Орегон. И сравним жизнь, ощущения, как чувствуется, как ощущается картинка Орегон и Гавайи. Так что можете сами рассудить, написать в комментах мне, как вам лучше, где вам больше улыбаться хочется, где вам больше хочется заряд энергии здесь, в Орегоне, от этого вот неба красивого, или от красивого неба на Гавайях, где вы больше чувствуете себя приятней. Так что всем пока-пока, в комментах ставим, короче, оставляем комменты, и мы будем читать и рассуждать. Так что всем еще раз доброго дня, самого наилучшего вам. Пока-пока, ребята. Все, давайте, до встречи. Комментируйте, что лучше, Орегон или Гавайи. О. Так что, где вам хочется больше улыбаться?